Всем доброго времени суток. Очередная бандероль с Китая. Это у нас плата Raspberry. И выключатель для лампы Xiaomi. Так, вот она, наша плата. Заказ был сделан на сайте GearBest. Вот такой вот коробочке поставляется. Здесь сама плата и все, больше ничего нет. И инструкция. И посмотрим на саму плату. Какая-то немного с запахом каким-то непонятным. Такое впечатление, как гарью какой-то воняет, как сгоревшая. Ну, буду проверять, буду. Пробовать, как работает. Так, стоимость данной платы, если не ошибаюсь, $29 за нее заплатил. Была по акции, это на 11-е. На распродажу 11-го. И кнопка для включения Xiaomi лампы. Xiaomi потолочного светильника Philips. Вот такой вот переключатель. Так, здесь у нас идет инструкция. Стоимость данного выключателя $15. И здесь инструкция, как пользоваться. Сайт GearBest. Кому интересно, заходим, заказываем. В принципе, все вроде бы целое. На работоспособность буду проверять. Сайт GearBest. Кому интересно, заходим, заказываем. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.